Элеватор, зерновой элеватор, село Молодежное. Стоит уже больше 4 лет здесь. Постоянно идут выбросы на жилые дома. Вот видите, растения все белого цвета. Вот посмотрите, деревья все белые от пыльцы. Какая астма может быть у детей и всех жильцов здесь, которые здесь живут? Экологи красного. Давайте подойдем к любому дереву. Это, смотрите. Это вот. Видите? Это все с элеватора пыль. С элеватора, видите? С элеватора пыль. Вот этим дышим мы здесь, которые живут люди. На своем обществе волна. Вот посмотрите. Считаю, что это производство вредное, его нужно или закрывать, или менять фильтрацию, заставлять менять фильтра. Спасибо.